попало, придет, и что попало, закрывает. Да такое присниться могло только к пьяному Гаре, чтоб добрые христиане отворачивали хари. Я в лучшем случае повторю то, что вы гораздо более подробно можете увидеть на сайте проекта Ирена. В сущности, действительно, начало всяких проблем Европейского университета вполне возможно связано именно с этой программой, которая на самом деле не имела никакого политического значения. Что она, конечно, объективно была выгодна оппозиции. Проведение честных выборов, оно вообще, конечно, выгодно теоретически всем участникам. Честные выборы всем нужны. Вынуждены вас обесточить, всех разогнать, все раскурочить. Я трубу телефонную беру и звоню губернатору. Плаканье – правильное решение. От него не бывает возгорания и задымления. Да, нам действительно очень тяжело сейчас в ситуации, когда приостановлена лицензия, когда закрыта аудитория. Но университет – это не только и не столько бумажка с печатью лицензии, это не только и не столько аудитории, библиотека, компьютерный класс, это прежде всего научное сообщество. Это можно опечатать аудитории, нельзя опечатать маски. Нас закрыли царевы враги. А на кой им такие пироги? Вы совершенно правы. Это будет позор на все человечество, если нас потеряет отечество. Закон суров, но это закон. Всех попрошу выйти вон. Кому-то выгодно, чтобы в Петербурге в период избирательной кампании разгорелся скандал. Надо сказать, что цель выбрана очень точно. Атака на Европейский университет покрывает сразу два пункта предвыборной программы основного кандидата в президенты. Медведев высказывается о кардинальном изменении практики правоприменения и о важности инновационной формы образования. Закрывание странное. Но раз все сделано по закону, для придирания некоторой зону. Мы соболезнуем Юнге Херен. Он дамон, собирайте скорее ваш чемодан. Программа была на деньги европейского сообщества. Если мы посмотрим тенденции того, что происходит сейчас в России, западное финансирование, оно оказывается все более и более проблематичным, особенно в тех местах, где это имеет какое-то отношение, там, я не знаю, к демократии, к правам человека, к чему-нибудь еще, к каким-то больным таким вопросам, да. И, соответственно, это сразу же вызвало гнев людей, подозревающих любое западное финансирование в том, что это попытка украсть секреты. Я всецело приветствую ваши фортеля и кунштуки. Я вовсе не против процветания вашей науки. Вы, чем хвататься за пожарные шланги, поищите лучше счастье в районе гражданки. В такой ситуации может оказаться любой факультет и любой университет. И поэтому мы не можем не поддерживать наших коллег из Европейского университета. Мы будем дальше стараться отстаивать европейский до тех пор, пока его не откроют. Yeah.